Прием, прием, прием. Я вернулся. Продолжаем играть. Как и обещал, пиньяту. Поехали, пиньяту. Пам! Какая сейчас пиньята? Новая, не новая? То они уже все повторяются по 100 раз. Что-нибудь новое будет здесь? По-моему, было такое. Так, давайте смотреть, что это. Что за пиньята-то? О! Да, что-то такое было, если честно. Что-то было. А, здесь нельзя просто ставить. Окей, давайте рестарт нажмем. Я не то поставил. Не так надо ставить. Короче, щиты вот эти с будущего, стенку с будущего надо левее ставить, а грохометы обратные правее. Сейчас все сделаем. Вот так, короче, будем ставить. Ну, откуда я мог знать, что именно так надо будет делать? Ну, вот так, да? Ну, похожая пинята была. Либо такая, либо немножко другая. Что-то было. О, еще это дается. Вот одно из моих любимых растений, это вот это. Я уже 100 раз говорил. Блин, они сверху все съели. Что делать? Что делать сверху? Потому что этот чувак, он подошел с черепом, да? И он уничтожил все. Наверное, даже не так надо было делать как-то. Давайте попробуем еще раз. Я, может быть, правильно все делал, только надо и слева, и справа было ставить. Сейчас попробуем. Может, тут без доната не пройти, что ли? Я хочу по-честному пройти. Типа вот так их ставить. Но не спешить. То есть, вот смотрите, он прыгает сюда. Его сразу с двух сторон вот так вот. Но здесь никак, здесь придется ставить. А, окей, я понял, как надо делать. Еще чуть правее на одну клетку. Сейчас, сейчас, сейчас. Я понял, там чуваки потом прыгали именно туда. Чуть-чуть правее надо ставить, и все получится, смотрите. То есть надо ставить вот сюда. Теперь проблема, я потеряю вон растение. Вот если бы он не сгрыз, было бы все замечательно. Но он просто сгрыз. Вообще не знаю, короче. И как тут они рассчитывают? Может быть, просто их не сразу убивать? Не так быстро, как я убивать. Я их быстро убиваю просто. Может быть, в этом вся фишка. Я их быстро убиваю, новые следующие появляются очень быстро. Поэтому у меня не получалось.
Это все, что ли? Победа? Ну, прошел, но не знаю, как тут надо было по-нормальному проходить. Ничего особо не выпало. Я мог спросить у вас, что открыть, но вы же понимаете, это так, мини-игра. Для вас, по сути. Ничего там не выпадет нормального никогда в жизни. Это раньше костюмы могли выпасть. Сейчас костюмы, то ли... Я не знаю, их убрали просто. Раньше они каждый раз выпадали. Сейчас, может быть, один раз из 100, может, из 1000 выпадет, я не знаю. Шанс минимальный. Так. Ну что, мы продолжаем пиратские моря, надо пройти до конца. Там осталось что-то 10 уровней, по-моему. Возвращаемся назад. Вот пиратские моря. 26 уровень. Матриксон, привет. Тут уже посложнее уровни будут. Тут прям реально сложные уровни. Да. О, у нас зато есть эта бомба вишневая. Это отлично. Это очень крутой вариант. Буду брать вишневую бомбу. Ой, я плохой выбор сделал. У меня ничего стреляющего нету. Ну, далеко стреляющего. И получается, эти пушки, которые будут стрелять, их очень будет трудно убить. Ошибка. Поспешил я просто. Надо было что-то другое взять. Что с ними делать? Как я должен их быстро убивать вообще? Вот этих чуваков. Они прыгнули сразу, и что? Что это за уровень такой? Бончоя, что ли, ставить? А сверху что? Тоже бончоя? Одно солнце жду и ставлю. Ну, дайте солнце. А этих как? Что-то вообще сложный уровень поначалу. Ну, здесь один дракончик поможет, но у меня нету на него солнца. Дайте, пожалуйста, солнце. Ну. Еще одно солнце! А, вишню, короче, использую, хорошо. Вишня тоже вариант, но просто я вместо того, чтобы купить подсолнуха, я все в вишню трачу. Это как-то, мне кажется, неправильно абсолютно. Плохое начало. Подсолнуха я поставил. Ну, потому что без него никак не пройти. И нужно по центру сейчас ставить вот так. Дракона, и он должен всех просто убить. Просто один дракон должен всех убить. На него вся надежда у нас. На дракончика. Я еще здесь поставлю. Так, этот про это пролетел, к сожалению, зомби. Мы теряем подсолнух. Блин, сложный уровень будет. Уже потеряли одну линию, получается. Тут еще пушки будут, я пушки не могу убить. Вот с ними будут проблемы. Нужно срочно дракончика поставить, еще одного. О, еще и Гаргантюа тут. Вообще жесть уровень. Попробую его заморозить. Получилось заморозить. Немножко время выиграл я. Вот бы был прикол, если ставить вот этого маленького, и он бы Гаргантюа в воду сбрасывал. Но такое ж невозможно, правильно? Или я что-то забыл? Такое можно? Можно как-то сделать? Скорее всего, нет, поэтому навряд ли. Навряд ли. Пух! Хорошо. Попробуем заморозить босса. Походу, заморозил я его. Снизу проблемы. Потому что сейчас бочки закатятся и все. Я ничего не сделаю. Еще одну линию потерял. Я мог взорвать сейчас, но я не хотел уже тратить. У нас тут не так все хорошо, чтобы тратить на это ресурсы. Короче, вторая линия, четвертая, надо ее защищать любой ценой. Не того заморозил.
Не того заморозил я. У нас проблемы. Вот этого мелкого не убить сейчас. Надо сюда поставить. Во. Теперь нормально. Ну, пока держусь еще. Еще, может, и выиграю. Но реально сложный уровень. Я сразу говорил, что эти уровни намного сложнее. Так и есть. Тут еще попугай, наверное, что-то украл, потому что вот пират шел, у него попугая нет. Тут, видимо, он уже улетел, что-то украл у меня. Я не заметил даже, что... А может, мы его убили, я не знаю. Может, заморозили, убили. Потому что у него не так много здоровья, попугая, но много. Так просто его не убить. Приличное количество здоровья у него. Так, ну что делать? А, сверху попробую заморозить Гаргантюа, а снизу надо бомбой взрывать. У него уже мало здоровья, снизу он должен умереть скоро. У него реально мало-мало здоровья. Хотя он мелкого еще не кидает, типа у него много здоровья, но он просто до конца дошел, он уже не кидает в конце. Если он до такого момента дошел, он дальше уже все. Не кидает. Ну а сверху тоже там проблемы, я смотрю. Все, добили. Можно сзади Гаргантюа поставить, Бончоя поставить, пусть бьет сзади. И с этой стороны мы, с двух сторон его бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все, победили. Две линии потеряно. Боба можно скинуть Гаргантюа в воду, серьезно? Мне что-то казалось, что нельзя. Тогда бы намного легче было бы, но ничего страшного. Ничего страшного, и так можно пройти. Здесь вначале что-то сложно было начать. Может, там надо было минку какую-то. Я, хотя нет, здесь же растения, по-моему, нельзя было выбирать. Это же все растения за меня выбрали. Или нет? Или я выбирал? Я вот не помню, то ли я и выбирал эти растения, то ли за меня. Нет, это все-таки мои растения. Потому что дракончик же это мое растение. Вау, а это уровень, смотрите, какой. Необычный. Посмотрите, здесь можно только здесь ставить. Какие же там растения будут? Тройные, да? Горхометы. Сейчас посмотрим, куда ставить. Шипы еще есть у нас. Давайте шипы сюда. Я вот не знаю, как тут что ставить пока. Может, еще какие-то растения дадут? Или нет? Непонятно. А, вот еще растение дается. Можно местами менять. Че, сверху добьешь, не добьешь? Мы линию теряем. А, не теряем мы линию. Все нормально. Эй, попугай полетел, блин. А, не, убили. Нормально, нормально. Гаргантюа по центру пошел. Попугайчики полетели. Ну, давайте попробуем сбросим его в воду. Да, работает. Нормально. Нормально. Еды не дается на этом уровне, я смотрю. С едой здесь проблемы. Я нормально все поставил. Так надо было. Сверху должен быть взрыв хороший сейчас. И, возможно, всех убьет. Давайте смотреть. А, первый пролетел просто. Получается, ничего не сработало. Больше растений вообще не дают, смотрите. Больше растений нет вообще. Смотрите, как это сверху так получилось, что там... Смотрите, в первый ряд, в первую линию, откуда там бочка справа отказалась? Как там чувак вообще этот мог быть? Это, скорее всего, и отбросило его с бочкой. Я не знаю, как еще могло туда... Что вообще, что произошло, как такое может быть? Как бочка может быть там? Там только пушка может появляться. Какая бочка, я не понимаю. Что-то непонятное вообще. Первый раз такое вижу.
надо вот так делать, потому что я тут пролетал уже. По-другому никак. А, еще снизу пролетело. Ясно. Ясненько. Понятно. Не получилось. Возможно, я вначале слишком быстро зомби убивал, и новые быстрее шли. Хотя это тут особо-то не влияет, я так смотрю. На этом уровне. Ну что, где вставим? Вот так вставим. Так, а если этого чувака просто в воду сразу смотреть? А, не работает, да? И опять нельзя. Я два раза растения потерял. А, здесь нельзя ставить, да? То есть, это, ну это реально по бокам надо было ставить. Просто эти чуваки пролетели, не повезло. Они пролетели, минки на них не сработали. Вот сейчас этот пролетит, кстати, с этой стороны. А, он сожрет еще? А, не, не сожрал. Сейчас только Гаргантюа надо в воду сбросить. Я правда не знаю как. Как его сбросить в воду-то? Потому что здесь еще один зомби. О, попробуем, может повезет. Не, не повезло, не сбросил. Во, сейчас получилось. Сейчас много зомби, что-то попрыгало. А чё? А, у меня сожрали по центру. Я понял. О, еще один дали. На этот раз 4. В прошлый раз же не было 4. Сейчас должно быть полегче. Ну, снизу опять теряю. Босс упал. Главное внизу, чтобы не пролетело. Ну, а все остальное пофиг. А он пролетит, походу. Давайте вот так сделаем. Ну, добивай, 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 добивай. Еще не конец даже. Ого, какая атака сейчас. И еще одна будет. Так, ну этого надо сбрасывать. В воду. Пробуем. Сбрасывается. Сбрасывается. Правда, он не в воду упал, а на ту платформу, он и потом умер. Видели, какой прикол был? Гаргантюа, я его сбросил не в воду, а назад на платформу, где должна пушка появляться. И он, короче, получается, он оттуда бы никуда не прошел, он просто исчез в никуда. Просто вот, просто взял и исчез. Просто исчез, представляете? Сейчас я бомбочку сюда, и должно взорвать их, не? Не взорвет их? Взорвало.